Яндекс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Ну вот после 10 утра у нас начинается личное утро, и это прекрасная возможность встретиться, поговорить, пообщаться и узнать что-то новое, интересное о жизни успешных наших соотечественников, которые уже вот известны практически всему миру. Сегодня в нашей студии Анна Литвак, представитель, ну, работник ООН, Организации Объединенных Наций. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Можно ли нам вас назвать экс-рижанкой, Анна? Хороший вопрос. Ну, наверное, можно. Но какая-то часть Латвии, Риги, Юрмалы во мне, наверное, все равно живет. Ну, вы в 17 лет уехали в Америку, да? Получили аттестат? С чемоданом, с одним. С двумя. Да. Ну, для ваших близких, для вас это было такое ожидаемое решение или, скорее, все-таки что-то такое вот неожиданное? Да, это было полностью ожидаемое. Уже с 6 лет я об этом говорила всем, не скрывала, что это мой план – уехать в Америку, стать адвокатом, юристом, помогать. «Газпром» мечты сбываются, тут ООН мечты сбываются, да? Так что сюрпризом это ни для кого не было, нет. Но почему было такое желание именно уехать, а не быть здесь, например, юристом? Как вот у вас это формировалось, желание? Ну, наверное, это еще было связано с тем, что мой папа, друг лучший, он уже уехал в 70-х годах, и на многих историях успеха в Америке его я выросла. Видео, жизнь в Сан-Франциско, красивый город, потрясающий океан. И я там себя видела всегда. То есть для меня как бы не было такой идеи, что я буду жить в Латвии. Мой дом как бы уже с детства я себе рисовала в Америке. Поэтому это было как бы уже Но вы уехали не в советские 80-е, не в тяжелые там экономические 90-е, а все-таки в 2001 году. В 2001 году. И как раз недавно вот с родными и с друзьями об этом разговаривали, что... Может быть, вы слышали, что в последнее время и связанное с коронавирусом, и с политикой и так далее, сейчас как раз под вопросом стояли студенты, международные студенты, обучающиеся в Америке. И вот как жизнь меняется, я когда-то тоже уехала на этой визе, на F1, это студенческая виза, и насколько ситуация поменялась за все эти годы, сегодня намного сложнее быть, наверное, международным студентом, чем... Тогда, хотя, когда я поступала в университет в Америке, никто еще ничего не знал, то есть поступить туда было очень сложно в плане того, что не было информации, да, не было такого доступа к интернету, ходили в библиотеку, сдавали TOEFL, и надо все самому было, можно сказать, копать, изучать. А сегодня информация полностью, конечно же, доступна, но сегодня уже в мире другие проблемы, поэтому просто как бы личное такое... Как говорится, observation, что мир поменялся. Вы сегодня думаете, что из-за коронавируса конкретно, из-за всей этой истории с кризисом сложнее студентам-международникам условно? Или же есть какие-то другие причины, что сегодня задача поступить, она гораздо сложнее? Я думаю, что это связано не только с коронавирусом, есть масса других причин, политика в том числе, и разные другие факторы, влияющие на иммиграцию сегодня в Америке. Но это достаточно все печально, что происходит, и мне, человеку, пережившему все это, достаточно обидно смотреть на то, что происходит, но я надеюсь, что эта ситуация поменяется. Ну, 2001 год, это же были теракты в США, вас трясли, вот, ну, да. Приехал человек. Еще как, то есть вы можете представить себе человека, которому 17 лет, девочка, которая приехала в Америку 4 июля, это День независимости, и вот буквально через пару месяцев происходит этот теракт. Я могу вам отдельно рассказать про этот день, какой он остался в моей памяти, но потом мне звонил, например, ФБР и спрашивал, сколько кредитов вы берете, сколько юнитов. То есть, наверное, для вас это вообще как что-то... И для меня тоже в то время это было чем-то абсолютно непонятным, но надо было быстро разбираться, понимать и соблюдать этот статус. Поэтому, да, были звонки, трясли, конечно, потому что я была именно на такой же визе, как и люди, которые совершили этот теракт. И не только когда я приехала, то есть я была на ней достаточно долго, пока я была студентом, 7 лет.
Ну и какие это были эмоции в тот день у вас, если вспомнить? Эмоции просто, наверное, непонимание, шок от того, что происходит, потому что информации, опять-таки, не было настолько доступно, как сегодня. Я приехала в университет, мне нужно было в 5 утра встать, чтобы доехать туда к 9. И когда я приехала туда в 9 утра, мне другие студенты объясняли, что уроки отменены, и в Нью-Йорке что-то влетают самолеты в здание, что-то непонятное происходит. Опять мне нужно было вернуться в центр города и ждать автобуса, чтобы вернуться в округ Сан-Франциско, где жил папин друг. И я помню момент, что я стою на улице, Financial District, то есть в самом-самом-самом сердце Сан-Франциско, и я понимаю, что нету ни автобусов, ни машин, ничего. И я не знаю ни что делать, никому звонить, мобильников же не было еще тогда, в принципе. Ну, как бы были, но у меня его точно не было. И я помню такой момент, что я стою в центре города, ни одной машины, ни одного человека, и листок бумаги по дороге, и слышно его шелест, то есть слышно звук одного листочка бумаги, который ветром сдувает по дороге. То есть такое сюрреалистическое какое-то ощущение, настолько тихо, да. Слава богу, приезжал какой-то русский таксист, который, видно, меня просто пожалел, обалдевшую, стоящую на остановке. И он меня довез через мост Golden Gate, который практически уже должны были закрыть, потому что думали, что туда тоже направляются вот эти самолеты. Довез меня через мост, и я помню, папин друг тогда заплатил за мое такси, что было $70, что казалось в то время каким-то тоже огромными деньгами. Но вот так, и потом я сидела, смотрела телевизор, звонили родители, все друг другу звонили. И ну, такое было очень странное ощущение. И потом звонил ФБР, как раз спрашивал, сколько кредитов и я беру. То есть путь, он был весьма интересный. Да. Но ведь путь этот не у каждого студента, вот, который учился на юриста, привел его в юридический отдел ООН. В принципе, вот как удалось попасть туда? Как удалось попасть туда? Ну, наверное, своей упорностью, трудом. Я не верю, как бы, что есть такое понятие, как повезло, потому что, ну, наверное, надо все-таки как бы работать, чтобы тебя заметили, и тогда есть шанс. То есть у меня родители не дипломаты, не политики, никто мне ни о чем не договаривался. Это просто так сложились обстоятельства, потому что я уже работала в Сан-Франциско и занималась одним большим делом, которое мы выиграли, и благодаря этому Латвия узнала об этом выигранном деле, о том, что Калифорния меня отметила, и это было, как говорится, big deal, то есть это было что-то очень большое и хорошее, и Латвия, на тот момент мы общались, я уже была в Америке, это было достаточно удобно, то есть меня не надо было забирать из Латвии, я уже была в стране, у меня есть языки, понятия закона и европейского, и американского. И мы решили, ну, давайте я приеду в Нью-Йорк и попробуем, как пойдет. То есть стать legal advisor и помогать в разных комитетах. Я приехала и сначала работала на Латвию, был потрясающий, конечно, опыт. Mm-hmm. А потом я уже ушла и перешла работать на сам юридический офис самого ООН. Но сегодня вам приходится как-то с латвийцами взаимодействовать, может быть? Вы знаете, последнее время, последние месяцы мы как-то опять стали тесно общаться, потому что мы разговаривали о том, как нам вылететь всем в Латвию, и кто что знает, у кого какая последняя информация. То есть мы стали опять общаться с коллегами и в миссии Латвии ООН в Нью-Йорке, и с посольством в Вашингтоне Латвии тоже. И вот мы как-то все так с друг другом, кто смог вылететь, у кого билет канцелировали, кто где. В общем, мы опять стали общаться. Насколько вот ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки, потому что мы получаем там данные о том, что действительно сейчас рекордные опять данные по числу заболевших. Да. Как вообще Америка реагирует, как люди реагируют на эту угрозу? Ну, ситуация менялась, конечно, каждый месяц. То есть в марте я бы вам рассказала одну историю, в апреле другую. И сегодня ситуация, насколько вы слышите, кейсы... Это случаи заболевания, это слово кейсы, там уже упоминается все время на английском, но давайте, наверное, называть это случаи. То есть случаи заболеваний растут в стране, 60 с чем-то тысяч, как вы знаете, как передают каждый день.
Опять же, не надо забывать, наверное, что в каждом штате и в каждом городе по-разному. То есть я вот с коллегами вчера в Нью-Йорке разговаривала, и они говорят, что в Нью-Йорке вроде как бы улучшается, что нет смертей, по крайней мере. То есть первая неделя без смертей, что, в принципе, хорошо. Но, с другой стороны, серьезная ситуация, это не шутки, и страшно, когда у тебя есть ребенок, когда у тебя есть семья, и когда мы вылетали, например, мало ощущение, что мы вылетаем из какого-то фильма. То есть и протесты, и демонстрации, и коронавирус, и все в фанере до сих пор. В то же время люди хотят выйти уже жара на улицу, посидеть где-то в кафе, и в масках они сидят на улице в этом кафе. То есть вид, как будто ты действительно в каком-то фильме участвуешь. И вот так вот мы вылетали, закрывали каждую улицу. То есть мы пытались выехать в аэропорт, и вдруг началась демонстрация. И каждую из четырех дорог, на которые нам надо было повернуть, закрывали. Я думаю, боже мой, сейчас мы вообще даже не вылетим. В общем, вылетели, вылететь тоже было нелегко. Нас трясли в аэропорту. Но все-таки мы вылетели, и сейчас вот как раз мои друзья, пока я даже ехала сюда, мои ребята, которые из Латвии, которые в Нью-Йорке живут, и не только в Нью-Йорке, в Америке, спрашивают, а как же вы вылетели все-таки? Да. Поэтому такое у нас как сериал. Ну а протесты там были связаны с проблемами расизма? Эти протесты были? Или там еще было что-то другое? Да, протесты связаны вот с убийством Флойда. С убийством Флойда, да, и последствиями. Но вот эта история, она как-то меняет взгляды общества, насколько, ну вот общество к чему больше склоняется, вот эти перемены, которые должны произойти, все ждут, понимают, то есть это меняется психология людей, отношение к прошлому. Ну, наверное, эта тема такая очень обширная, скажем, потому что много есть мнений, почему это стало происходить. Есть, наверное, вы знаете мнение о том, что это подстроено, что кто-то в этом заинтересован. Есть мнение, что просто людям надоело сидеть уже на карантине, и как бы это все накопилось. То есть, может быть, нет одного какого-то конкретного объяснения этому, может, совокупность всех событий. Трудно сказать, и не хочу называть себя экспертом в этом и понимающим лучше, чем кто-либо другой. Но, наверное, есть часть и того, потому что действительно мы сидели на карантине с 16 марта, и не в обиду Латвии, то есть наоборот, мне приятно, что здесь у вас не такая, видно, страшная ситуация, но у нас действительно все ходили в масках, и все было серьезно, то есть магазины закрыты до сих пор, и ощущается в городе то, что действительно как бы есть опасность. Поэтому и психологический фактор, я думаю, повлиял сильно, и, возможно, опять-таки, политика. То есть, да, есть какие-то социальные вопросы, которые, конечно, до сих пор не решенные, но можно ли их решить таким образом, именно такой манерой, приведет ли это к чему-то, это пока, наверное, сложно сказать. Вам приходилось сталкиваться с расизмом? Не конкретно вам, но, может быть, кому-то из тех, кто вас окружал за время жизни в США? Ну, наверное, это все-таки есть. Просто я выросла совсем в другом понимании. То есть у меня даже когда-то учитель английского здесь, когда я еще не уехала, когда маленькой девочкой была, помните, были международные программы здесь, и у меня был учитель афроамериканец, и был мой замечательный друг, которого недавно мои родители встретили, и он про меня спрашивал. То есть мы с ним ходили в парк и сидели там, какие-то истории на английском учили. То есть я выросла абсолютно без понимания, что такое расизм, что это человек другой, чем-то отличается. Поэтому, живя в Америке, я просто к этому так не отношусь. Но это не значит, что о чем говорят эти люди и там, то, что они пережили своей истории за последние там 100-200 лет, этого не существует. Конечно, это существует. Но это движение, которое сейчас происходит, оно доходит до экстрима. И можно ли решить его таким жестким и уже переходящим в абсурд и просто в маразм иногда в некоторых случаях, там, я не знаю, может быть, вы слышали про Нетребко, то, что ей сказали, что она играет черную женщину в Метрополитен оперу, хотя она черную женщину вообще не играет, потому что Аида – это не черная женщина. То есть уже, когда смотришь на некоторые примеры, или переименовать город Коламбус, Охайо в Flavor Town,
это в моем понимании просто какой-то идиотизм. Вам кажется, до абсурда доходит? То есть доходит до абсурда, да. Поэтому я точно не могу сказать, приведет ли это к чему-то. Классической музыке я слышал, ее собираются бойкотировать, потому что она слишком белая тоже. Вот, ну вот опять-таки одна из тенденций, что да, композиторы... фильмы, музыка, книги, которые просто мировая классика. То есть я понимаю, что у людей как бы наболело, и есть действительно какие-то резонные аргументы, но доводить это до маразма, я с этим не согласна. Вы, вот мы заскочили уже на ООН, ведь до этого вы работали в федеральной тюрьме даже, и это такой, ну, опыт тоже очень, я думаю, на молодую девушку повлиявший, когда вам приходилось сталкиваться и с людьми, приговоренными к смертной казни. Вот как вы считаете, некоторые говорят, что определенный процент людей просто запрограммирован быть преступниками. Вот рождаются ли люди преступниками, что их делает преступниками, и ваше отношение, может быть, сразу к смертной казни? Ой, здорово, самый лучший вопрос. Вы знаете, я когда училась в университете в Америке, вот эти все 7 лет, криминальное право, криминалистика для меня был самой интересной темой. И ответа на рождаются ли люди преступниками или нет до сих пор, ну, я думаю, это не секрет, нет. То есть школа мысли, которая утверждает, что да, есть также школа мысли, которая утверждает, что нет, что это environment, то это значит окружающая среда на вас влияет так, и поэтому вы становитесь преступником. Ну, понятно, зависит от того, где вы родились, какая у вас была жизнь, что вас окружает. Поэтому тоже, наверное, нельзя так сказать однозначно. Но, конечно, есть просто сумасшедшие люди. И, знаете, как бы чем это дальше живешь, тем больше действительно это понимаешь. То есть сейчас на улице Нью-Йорка, например, вот мы уже с ребенком убегали от одного сумасшедшего на 42-й улице. То есть как бы тебе не хотелось в это верить, это присутствует. И эти люди способны совершить преступление. Но значит ли это то, что они просто плохие люди и хотят сделать плохие вещи? Может быть и нет. Может быть просто у них настолько сильные психологические проблемы, и они просто нездоровые люди. И мне кажется, таких людей сегодня в мире уже становится намного больше, чем просто каких-либо там разбойников и бандитов. Тенденция вверх, на мой взгляд, идет в этом смысле. Ну, какой это опыт? Каков этот опыт для вас? Каким он был? Что он после себя оставил, может быть, вот эта работа в федеральной? Вот я думаю, как раз больше, чем смотрю, как мы все увлекаемся сегодня Фейсбуком, Инстаграмом, думаю, какая же у меня была счастливая, в принципе, молодость, что я была настолько вовлечена вот в эту криминалистику, образование, свои internships, это называется, как практики, да, у меня была одна, вторая, третья, в одной тюрьме, в другой тюрьме. И, в принципе, меня вообще больше ничего не интересовало в жизни. То есть вот это была моя жизнь, это были мои интересы. И, может, там у кого-то какие-то понятия по поводу этих интересов, но мне это было действительно важно, и это была как моя страсть, то есть как passion такой, да. И мне не интересно было ни фотографии, ни Facebook, ни какие-то искусственные другие вещи. И вот я сейчас смотрю на молодых людей и думаю, боже мой, вот... как жалко вас, и даже себя уже жалко, потому что тоже попадаешь в сети этого Фейсбука и Инстаграма, и вот надо фотографию поставить, давно что-то не ставил, а тогда казалось, что вот эта вся жизнь криминальная структура, где я работала и проходила практику, было настолько интересно, что ничего другого вообще не надо было. Так. Ну, что касается смертной казни. Конечно, смертная казнь мне просто была таким моим тезисом, я по ней писала работу, о том, что надо, как в моем понимании, надо было приостановить, по крайней мере, смертную казнь в Америке из-за того, что существует масса проблем, которые не решены в Америке. То есть, например, многие афроамериканцы, даже скажем, что у них не было достаточно адекватного адвоката на момент их присуждения. Осуждения. И из-за этого они отсидели там много-много лет в тюрьме, потом вдруг выясняется что через ДНК, что вообще они не были... виновны. Не просто они вообще рядом не было, да, причастны не были. Поэтому вот такие вот моменты я писала, и не только о том, что афроамериканцы, то есть расизм присутствовал, и бедность, и опять-таки психологические заболевания и так далее. То есть я писала о том, что пока не решены эти вопросы,
то смертную казнь продолжать нельзя. Вот это был как бы мой research, это было мое исследование, об этом была моя работа, и поэтому я работала в Сент-Квентин, это такая классическая американская тюрьма, где фильм Клинт Иствуда, то есть федеральная тюрьма, это значит, что самые серьезные преступления, и там я общалась и с теми людьми, кто сидел уже приговоренный к смертной казни, и это было, конечно, тоже незабываемый такой опыт. Но я искренне верю, что мы не пришли на эту землю, даже если этот человек совершил жуткое преступление, кого-то убил, то мы не можем решать, что мы имеем право убить этого человека. То есть нам не дано это право. Даже если это самое тяжкое преступление, и, конечно, бы по справедливости хотелось бы этого человека убить, но мы тоже на этой земле не боги. И есть, опять-таки, масса вот этих причин, по которой потом выясняется, что вообще это не тот человек, и, может быть, у него не было нормального адвоката, может быть, у него психологические проблемы, о которых вообще никто не знает, и никто никогда не говорил во время суда. И я считаю, что если эта система настолько не совершенна, то, может быть, не стоит пока на какое-то время использовать смертную казнь. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся к вам и продолжим. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Продолжается программа «Личное утро». Анна Литвак, наша экс-рижанка. Сотрудник юридического отдела ООН с нами сегодня. И вот мы говорили про смертную сейчас казнь, а у меня вот вопрос, может быть, такой философский немножко. Вам не кажется удивительным и странным, вроде бы Соединенные Штаты Америки, страна, провозгласившая равенство, братство, свободу людей, ставящая вот в, как бы во главу угла, тем не менее, она была одной из тех стран, где сохранялось рабство до вот уже буквально второй половины 19 века, и страна, которая продолжает, ну, продолжает до сих пор вот применять смертную казнь, то есть когда в то время, когда многие страны уже отказались. То есть вот какой-то парадокс. Да, я как раз-таки в этой работе, про которую я вам только что рассказывала, и писала о том, что в западном мире стоит задуматься о том, что почему Америка до сих пор, несмотря на все свои какие-то идеалы и принципы, продолжает, одна из единственных, в принципе, стран, которая продолжает смертную казнь. И тоже приводила это как одной из причин, что, может быть, стоит рассмотреть хотя бы временный мораториум, это называется. И потом, кстати, еще дальше продолжая нашу тему закулисную, о том, что какие отклики были. Да. Если вы, может быть, слышали, через несколько лет, уже после того, как я окончила и лоу-скул, университет, Supreme Court, это Верховный суд Америки, он рассматривал это дело и рассматривал именно наложить мораториум на смертную казнь. И в конечном итоге запретили смертную казнь людям, которым до 18 лет. Чего раньше не было. То есть для меня вот то, что, во-первых, Верховный суд рассматривал это, что они написали opinion, это мнение, да, когда они решают какое-то дело, они пишут, все судьи, они пишут свое мнение, кто-то соглашающийся с принятым решением, кто-то против, но эти потом мнения, они становятся как бы законом и именно тем, на что ссылаются, то, что в Америке прецедентное право, не гражданский кодекс, а именно вот эти вот решения, они становятся, в принципе, потом самым главным, на чем основываются все юристы, прокуроры и судьи. И сам факт, что они рассматривали именно наложить мораториум и приняли решение, что до 18 лет это применять нельзя, для меня было такой большой, в принципе, радостью в карьере, да. Вот в некоторых странах, насколько я знаю, заключенных арестовывают, там, скажем, на максимальный срок, но не применяют пожизненное заключение для того, чтобы у них оставалась надежда и, наверное, желание исправиться, возможно. Вот что касается тех людей, с которыми вам приходилось общаться в федеральной тюрьме, тех, кто был приговорен к смертной казни, есть ли у них надежда еще на что-то, или это уже, ну, вот, такая безнадежность? Я вот лично не чувствовала там безнадежности, потому что мне кажется, люди все равно остаются людьми, и мы по своей натуре, мне кажется, всегда имеем какую-то надежду на что-то. И, например, вот исходя из того, как относились ко мне, то есть сначала, конечно, когда они увидели девушку, просто был какой-то дурдом. Но потом прошло время, и у них появилось ко мне уважение. То есть его надо было, естественно, заработать. И общаясь с ними, ты, в принципе, да, конечно, есть люди, которые не чувствуют никакой вины, есть сумасшедшие, опять-таки, люди. Но большинство, масса людей, которые сидят в тюрьмах,
с ними можно разговаривать, и можно разговаривать достаточно нормально. То есть, наверное, на rehabilitation, как это называется, реабилитация, есть какая-то надежда. Я думаю, что в этом есть смысл. И тем более программы, вот, которые связаны с наркотиками именно, то есть если вы, например, попались на наркотик два раза, да, в некоторых штатах есть такое, то потом вам уже дают чуть ли не максимальный срок. Я считаю, что это неправильно, потому что, да, вы попались на наркотик два раза, но вам можно дать еще шанс и исправиться. Я как бы не считаю, что надо человека вычеркивать из жизни, из общества, из-за того, что он столько-то раз сделал какую-то вещь. Говоря о содержании заключенных, вот дискуссия, ну, идет в отношении, например, Андреса Брейвика, который сидит в норвежской тюрьме и там имеет все удобства, инфраструктуру, например, жалуется, спортзал. Жалуется, что кофе холодный у него. Ну, там. Да, получает образование, кстати, дистанционно, насколько известно, и так далее. Поменял он, кстати, имя, не вспомню сейчас на какое, но тем не менее. А как вы относитесь? Вот должен ли преступник, на ваш взгляд, быть вот, содержаться в таких вот качественных условиях жизни? Привилегированных даже, может, для того, чтобы потенциально, возможно, исправиться, стать лучше после тюрьмы? Ну, знаете, этот вопрос тоже задают в связи со смертной казнью. То есть вот мы платим столько-то налогоплательщики денег за то, что эти люди живут в тюрьме, там, потому что пока придет их очередь к смертной казни, может пройти 20-25 лет. Ну, знаете, мой ответ этим людям всегда: а вы в курсе, что вы, как налогоплательщики, платите за много-много-много-много других вещей, о которых вы иногда даже понятия не имеете? Иногда ваши налоги идут на, например, поддержание разных войн, и как бы у вас с этим проблем нет. А то, что вы поддерживаете людей, которые сидят в тюрьме, это для вас настолько ужасно, то есть это, может быть, философский взгляд такой, да, но почему одно считается лучше, чем другое? Я считаю, что если у нас такая есть система, если есть такая система, что люди сидят в тюрьме за какое-то преступление, и уже создана какая-то структура, правильно или неправильно, то вы или подписываетесь тогда в эту программу, или нет. То есть тогда уже надо быть против всего остального, тогда уже надо действительно с нуля рассматривать систему налогоплательщиков и пересматривать другие вопросы, за которые вы точно так же свои деньги отдаете. Тогда уже выступайте, извините меня, за все, за все за комплексно, да, а не за то, что кто-то сидит в тюрьме. Ну, с другой стороны, мы... А, у нас есть звонок. Да, примем звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Да. Ну, я хотел одно уточнение внести, что свобода, равенство и братство... Это французский, я знаю, да-да-да, но это Америка вдохновлялась... А то, что Америка провозгласила, она же тоже свободу, равенство и братство не для индейцев, не для негров провозгласила, а для белых протестантов, и только этим как бы ограничилась. Но вопрос я хотел о другом задать. То есть мы знаем о том, что у нас... Ну, не у нас, в Америке раскиданы по всему миру концлагеря, где к заключенным применяются пытки и так далее. Мы знаем о том, что начальник американского концлагеря стал директором ЦРУ. Также Конгресс США проводит слушания о том, что там существующая система пыток неэффективна. Надо какую-то другую разрабатывать систему пыток. Как вот ваши гости к этому относятся? Ну, вот к тому, что существуют внесудебные какие-то, тюрьмы и... Ну, начну, наверное, с того, что как работник ООН, вы, наверное, знаете, что есть конвенция, которая против torture, вы меня простите, пыток, мне иногда тяжело переводить, то есть против пыток. И эта конвенция была принята в ООН. То есть я как работник ООН полностью это, естественно, поддерживаю. И эта конвенция относится и к Америке тоже, так же, как к другим странам. То, что это где-то происходит, я думаю, что, опять-таки, не только в Америке это происходит, это факт. И я, естественно, это не поддерживаю. Но я не могу вам конкретно говорить про какую-то одну страну, вот так как я коллегам с радио уже сказала, к сожалению, что вы представляете все личное мое мнение, это личное мнение, а то, что я работаю на ООН, я представляю 193 страны, поэтому про каждую конкретную страну критиковать или наоборот поддерживать
не имею просто права. То есть говорить, что в Белоруссии там что-то там не так. То есть что эти плохие, эти хорошие, просто не могу. Ну а может ли у вас не быть единодушие в ООН? В данном случае вы сказали, я как сотрудник ООН поддерживаю. Можете ли вы что-то не поддержать, то, что поддерживает там, например, большинство сотрудников? Нет, конечно, и для этого и существует ООН, то есть для этого и принимаются решения и Советом Безопасности, которые законообязывающие, то есть если они принимаются, эти законы, то их сразу надо выполнять в действии. И, как вы знаете, и были и военные войска введены, то есть в некоторые страны. То есть, конечно, это не значит, что можно всем делать, что они хотят. Но это должно происходить через какую-то определенную систему, которую, конечно, все, как всегда, критикуют, но в то же время у меня всегда к ним вопрос. Угу. Лучшего пожалуйста, нет варианта. Предложите. Ну, то есть критикуй, предлагай. Но, да. С другой стороны, вот ООН, не многие говорят о том, что начинает, ну, изживать себя эта система, и вот, ну, курсов уже работает, неэффективный. Например, да. Вот как ну, вы считаете? Так говорят не только сегодня, так, по-моему, говорили 10 лет назад, 20 лет назад, по-моему, до моего рождения еще, наверное, так говорили. Опять же вопрос. Предложите лучше, но я поддерживаю ООН, потому что я вот, например, не знаю другого форума сегодня в мире, где, ну ладно, сейчас коронавирус, да, скажем так, да, но когда все нормально, вот вы мне расскажите, какое другое место на Земле, где представители 193 стран имеют возможность встретиться, обсудить какие-то вопросы и с друг другом лицом к лицу, возможно, о чем-то договориться. Может быть и нет, но может быть и да. А какой есть лучший другой вариант? То есть мы говорили иногда на радио о том, чтобы исключить какую-то страну из ООН, да, просто выгнать их. А что вы этим добьетесь? Ну хорошо, они останутся одни и дальше будут иметь право делать то, что они хотят делать. Так может быть оставить их и может быть как-то продолжать с ними диалог, может быть как-то влиять на них через политику, через экономику, через санкции, через еще что-либо. И таким образом добиваться каких-то изменений, даже, может быть, и в отношении torture, то есть это в отношении пыток, да, то есть как бы опозорить их, не дать им вступить в какую-то в другую организацию, если, например, они хотят баллотироваться, там, быть в каком-то комитете, да, какой-то год. И из-за того, что мы знаем, например, что они применяют пытки, мы как бы вносим их в черный список, и они не могут, так сказать, с Афганистаном была такая история конкретно. И включили один раз в черный список, там было по вопросу использования детей и солдатов. Они очень хотели попасть в комитет, поэтому действительно произошли большие изменения в этой стране. То есть вот таким путем было принято решение действовать. Считаю, что намного лучше, чем просто сказать, ах, вы такие, вы так вот ведете себя, все, мы теперь с вами больше не общаемся. Но опять-таки ведь страны, вот эти 193 страны, они не совсем равны, ну сложно сравнивать США и Зимбабве, как бы, ну понятно, что они в разной весовой категории. Вот по вашему мнению, вот есть страны, ну вот я бы привел параллель с людьми, вот есть как бы страны, которые солидные, уважаемые вот в обществе люди, и есть страны, может быть, подростки, которые, ну вот только-только недавно образовались, и может быть у них еще нет ни опыта, ни исторического, ни политического. Вот как это учитывается в организации? Ну, вот я считаю, что это хороший вопрос, потому что как раз-таки у ООН есть конкретный опыт, и многолетний опыт, и хороший опыт, который я у других, например, организаций не вижу просто. И в плане и медицинского опыта, потому что у нас огромный медицинский персонал, который знает, как отвечать на критические ситуации, как создавать медицину, как развивать медицину в странах. У нас есть и гуманитарный сектор, у нас есть и экономический, и политический, и в плане выборов мы помогаем очень многим странам проводить выборы, которые, по крайней мере, просматриваются кем-то. То есть масса разных отраслей, где у нас есть конкретный опыт. И я считаю, что этим надо пользоваться. Вот сейчас период коронавируса как раз, по крайней мере, некоторые страны европейские, они почувствовали такую вот отчужденность друг от друга, отсутствие этого единства, потому что кто-то, например, вводил карантин, да, кто-то не вводил карантин условно. В Италии вообще даже символично сняли флаг Евросоюза в правительстве, если я правильно помню. Показав тем самым отсутствие помощи от Евросоюза в период того, что как каждая страна осталась как будто сама по себе в этом таком закрытом, изолированном пространстве. Вот наблюдаете ли вы это отчуждение друг от друга сейчас в Евросоюзе, если в целом говорить?
Слушайте, про Евросоюз, наверное, не смогу конкретно сказать, потому что последнее мое время оно было все-таки в Америке, и мы больше следили за тем, что происходило там в разных штатах. То есть даже у нас в Америке каждый штат вел себя по-разному. И у меня, например, есть близкий человек в Калифорнии, с которым я постоянно на связи, и, например, у них ситуация намного хуже, чем в Нью-Йорке. То есть для меня... В родном, в принципе, городе в Сан-Франциско, по которому теперь ходят койоты по центру города, где ну, красивый город, океан, Golden Gate, магазины, я там училась, то есть это такая большая часть моей жизни. И когда опубликовали то, что там по городу видео ходят койоты, я подумала, ну, кто-то пошутил, сделал там фейк. Но это на самом деле происходит. То, люди что... по домам сидят, да? Да, и тяжело достать еду. Дерутся из-за еды, ее даже онлайн не заказать. То есть такая ситуация, просто даже не верится, что в Калифорнии, в Сан-Франциско это может проходить. По крайней мере, в Нью-Йорке, например, у нас проблем с едой не было. То есть можно вниз спуститься, и за углом в магазине есть продукты, все можно купить. Во Флориде по-другому, где-то на юге Америки по-другому, в других штатах, в центре Америки. То есть между штатами огромная разница сегодня существует, кто как отреагировал и на протесты, и на коронавирус. Поэтому я как бы была вовлечена в наши внутриамериканские, внутристранные вопросы, чем как-то с Евросоюзом. Ну, тоже... даже там произошел раскол, то есть даже внутри штатов. Да, есть свои какие-то внутренние проблемы. Ну, вот этот раскол, он, учитывая приближающиеся выборы президента, он может усилиться, и вообще, ну вот если чувствуют ли люди в Америке опасность вот этого раскола, потому что, ну, по-моему, очень давно, со времен гражданской войны, не было так вот накалено общество, вот разделено на эти два лагеря. Всегда все-таки, ну, какой-то был компромисс более-менее. Ну, общество много разделилось на два лагеря, даже если вы вспомните выборы Обамы, это тоже было два лагеря, и после Обамы это всегда присутствовало, два лагеря. Это, на этом и основана американская система, что всегда есть два лагеря. Но сейчас ситуация накаленная, потому что происходит, мне кажется, вещи, которые равносильны гражданской войне, в принципе. Поэтому я не удивлюсь, что если действительно будет какой-то ответ от белых людей, и, возможно, из-за этого и начнется гражданская война. То есть мы не знаем, что будет в течение нескольких последующих месяцев перед выборами. Мы просто этого не знаем. Есть люди, которые полностью поддерживают Байдена, есть люди, которые полностью поддерживают Трампа, есть люди, которые посередине. И в данной ситуации проектировать, что именно будет, очень сложно. Но первый раз я в своей жизни в Америке ощущаю, что, возможно, будет гражданская война. То есть для меня это мне просто не верится, что как бы, в моей жизни это происходит. Такая тревожность у вас есть по этому поводу. Ну, то есть в стране есть, у каждого она есть. Да, у нас просто звонок. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот, например, если страну признают страной террористом или изгоем, ну, например, как Россию за сбитый Боинг, ее могут юридически вывести из состава Совета Безопасности? Спасибо. Спасибо. А, ну, как работает Совет Безопасности, мы, наверное, с вами все знаем. Если нет, я могу как-то пролить какой-то свет. Пролить. Минуты 4-5. Хорошо. Да, 5 постоянных членов Совета Безопасности. Это Россия, Франция, Англия, Китай, Америка. Это потому, что... Многие спрашивают, а почему вообще эти 5? Ну, потому что, если вы помните, он был основан сразу после Второй мировой войны. И эти 5 стран, они считаются allies, то есть союзники, победители Второй мировой войны. Именно поэтому эти 5. Поэтому я лично не вижу того, что кто-то из этих 5 упомянутых выйдет из состава Совета Безопасности, потому что, ну, как бы это и есть основа организации ООН. А потом 10 временных членов Совета Безопасности – это страны, которые 2 года находится в Совете, и они меняются. И каждая из этих 10 стран, она представляет какой-то регион, потому что все регионы должны быть равно представлены. И, то есть они выбираются, и балтийские страны, может быть, вы знаете, тоже участвуют в этом процессе, то есть и Эстония, и Литва, и Латвия, у всех есть какие-то свои надежды попасть в Совет Безопасности. И ротируются.
И ротируются, да. То есть таким образом считается, что у каждой тогда страны есть шанс быть в Совете Безопасности и принимать эти решения. Менялся состав Совета Безопасности, то есть сначала 5 было, потом 11, то есть теперь 15. То есть со времени основания ООН это число менялось. И есть даже, как мы называем его, кофейный клуб в ООН. Это клуб, который именно за то, чтобы поменять этот состав снова. Угу. Например, Германия хотела... быть теперь в Совете, то есть постоянно, как бы постоянно, да. Есть масса предложений, как поменять, чтобы были постоянные, чтобы не постоянные, чтобы были без права вето, так как вы знаете, наверное, только 5 имеют право вето. То есть если принимается решение, то нужно, чтобы 9 из 15 стран проголосовало за. И если хотя бы одна из 5 против, то закон не принимается. И вот существует масса предложений, как это поменять. Но для того, чтобы что-то поменять, опять-таки, нужно принять amendment, то есть это поправку. А чтобы ее принять, надо, чтобы страны согласились и проголосовали. И масса критики существует на тему того, ну вот мы же тогда не можем поменять, то, потому что страны не согласятся. Да, вы абсолютно правы, это действительно хорошая критика, но он существует для того, чтобы все страны приходили к решению вместе, чтобы не сидел какой-то, вот меня спрашивают, а вот почему он не может сделать так-то? То есть, в принципе, вы мне говорите, что вы хотели бы, чтобы какой-то один дядька, скажем так, да, ООН принял за вас решение, а потом вы поворачиваетесь и говорите, ну как же так, у вас там, вы не имеете права, чтобы ваш один дядька решал все вопросы. Ну тогда, значит, да, это не идеальный способ, что все страны и какие-то из них вот назвали террористическим, может быть, кто-то считает, что там какие-то нет. Но, опять-таки, я считаю, что это все-таки такой форум, где все должны принимать решения вместе. Мировые лидеры, вот с которыми вам удавалось увидеться, пообщаться, какие они, что их делает лидерами своих стран? На ваш взгляд. Как я об этом читала книгу недавно, о том, что отличает лидеров от нелидеров. И в этой книге рассказывают о том, что у них есть очень высоковибрационный позитивный резонанс, который на все люди вокруг реагирует. И мне как-то казалось, какой-то вообще маразм, эзотерик, какой-то бред. Но вот чем я больше на самом деле об этом читаю и думаю на эту тему, наверное, действительно какой-то есть в этом смысл, потому что все-таки кто-то становится лидером, а кто-то нет. И люди, вот я про Черчилля конкретно читала, то есть он же имел массу проблем, и алкоголизм, и он плохо говорил, и он там какие-то у него дефекты речи были, но в Англии народ вот каждое утро включал радио, чтобы его послушать, и потом даже люди писали о том, что им становилось лучше, что у них была какая-то надежда, и они как-то продолжали свой день. И вот я о том как раз и читала, что у Черчилля был вот этот высоковибрационный позитивный резонанс. Так может быть, действительно... есть люди, которые все разворачиваются, которые способны какими-то своими качествами привлечь к себе всех людей. Вот это такая моя новая такая идея, теория. Да. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы пришли в нашу программу сегодня с утра. Сотрудник юридического отдела ООН, ну и экс-рижанка Анна Литвак была гостем программы. У нас в Америке. Да. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.